А зачем же вы мне так? Поймала? Смешанных единоборств UFC Ukraine и Mix Fight Promotion представляет турнир «Железные кулаки 4». Встречайте спортсмена сегодняшнего турнира. Встречайте! Почетный президент Лиги смешанных единоборств профессии Украины, президент Федерации Mix Fight Promotion Евгений Степанюк. Добрый вечер, Одесса. Мы рады снова видеть вас на нашем мероприятии. Вам огромное спасибо, что вы пришли в воскресный вечер посмотреть на это спортивное мероприятие. И хотелось бы вас поздравить с наступающим 2016 году. И мы от своей лиги ждем вас в новом году. А в этом вечере хотим вам пожелать незабываемого, хорошего, спортивного и насыщенного адреналином вечера. Спасибо. Встречайте, первый вице-президент Федерации Mix Fight Promotion Максим Бревда. Спасибо большое за теплый прием. Спасибо огромное Одессе. Нам очень приятно всегда сюда приезжать. С каждым разом все больше и больше. Надо, наверное, переезжать будет скоро. Вот. Спасибо всем спортсменам нашим, которые готовились, нашей команде всей, тренерской. Вот. И спасибо вам. Будем ждать на следующий турнир.
Встречайте, второй вице-президент X-Fight Promotion, Ярослав Матвеев. Всем добрый вечер. Огромное спасибо, что сегодня посетили наше мероприятие. Мы очень рады вас всех видеть здесь. Хочу пожелать спортсменам побед, поменьше травм. Еще раз большое спасибо вам. Ну что ж, и вам огромное спасибо. Аплодисменты. Сегодня невероятный турнир. Невероятные поединки. С каждым поединком будет становиться все жарче и жарче. И все труднее и труднее будет выставлять баллы нашим судьям. Главный судья Шимаров Владимир Николаевич, чемпион мира по фрифайту, чемпион мира по панкратиону, мастер спорта международного класса по фрифайту, заслуженный тренер Украины, рефери международной категории. Ваши аплодисменты. Могильников Игорь. Рефери сегодняшнего вечера Канышев Игорь Борисович, судья международной категории по смешанным единоборствам. Ну а сейчас, уважаемые друзья, время шоу и поединков. Время Mixed Fight! Чемпион Украины по ушу санде 2014. Чемпион Европы по боевому самбо 2014. Спортсмены в октагоне. Андрущенко и он. И мы готовы открыть первый раунд. Давай.
Пай Николаев, держи. На руку победу одержал Андрущенко Иван. Можно еще раз поддержать обоих спортсменов. Бунтеев, Миксвайт Промоушен Николаев, чемпион области по грэпплингу. Георгию Молдова, Леон, чемпион Молдавии по боевому самбо, призер чемпионата Молдавии по грэпплингу. Синий угол. Виктор Бунтеев. Красный угол. Юлиан Георгиев. И мы готовы открыть первый раунд. Я не могу.
минутку. Все в один урок. Все спортсмены могут подготовиться ко второму раунду. Спортсмены получают наставления секундантов, тренеров. Зал поддерживает спортсменов аплодисментами.
приезжать, я открываю бар. Поднимай! 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 Поднимай!
Время. Прошел третий раунд. Ждем решения судей. Поддержим спортсменов. Победу одержал Юлиан Юрьева. Молдова, Леон. Давайте еще раз поддержим обоих спортсменов.